14 октября Кишинев праздновал свой день рождения. Порадоваться за родной город собралась целая площадь Великого национального собрания. Фейерверк, веселье и танцы в этот день правили балом. Поздравить город с праздником также пришли самые популярные и любимые кишиневцами исполнители. Хочу пожелать ему процветания и мира в каждом доме. Felicitări, la mulți ani, toate bune și voie bună un an întreg până la celălalt hram al orașului. Salutări tuturor oaspeților capitalei care au venit să sărbătorim împreună acest hram extraordinar care este din ce în ce mai bun pe an ce trece. La mulți ani! Doresc prietenilor din Chișinău sănătate, să fie fericiți, să aibă o toamnă bogată și să nu uite că Fuego iubește pe toți și că vom fi alături de ei de fiecare dată. Поздравляем всех! Всех, кто сегодня в центре города и вообще всех, кто живет в Кишиневе, кто любит Кишинев и кто ценит Кишинев. Давайте будем стараться, чтобы он был, наш город был прекраснее, был красивым, был современным, и будем начинать с нас. Что еще пожелать? Пожелать счастья и любви. Я вам всем пожелаю счастья, здоровья, удачи, всего самого наилучшего. Будьте здоровы, я целую всех вас. Я поздравляю всех кишиневцев и особенно поздравляю тех, кто кишиневцы не по рождению, а по приезду. Потому что я тоже сама из города Бельц, но я помню, что я всегда, сколько себя помню, очень хотела жить в Кишиневе. Теплые слова, поздравления и пожелания в адрес Кишинева звучали повсеместно. А чем для наших музыкантов является город? Абсолютно всем. Любовью, работой, семьей, домом, отдыхом, уединением, а также общением. Всем. Третий по счету родной мой город, потому что я родилась в Кантемире, потом жила в Тирасполе, сейчас уже более 15 лет, как живу в Кишиневе. Конечно, здесь я нашла свою половинку, здесь у меня родилась дочка моя любимая. И с этим городом меня будет связывать остальная моя жизнь. Поэтому я люблю его безумно. Кишинев – это город, где в первую очередь я родился. А другое – Кишинев – это все-таки столица. И вообще мне Кишинев нравится лично. Экстраординарно фрумос. Кишинев – это, как сказать, он ораш, очень примитор. Уамени не примит ку кальдура и ку юбире. Есть орашул мел, который любит сла небуние. Chișinăul este rădăcinile de care trebuie să ne ținem și doar așa vom merge înainte. Nu, наверное, это второй мой родной дом. Здесь тепло, здесь уютно и здесь весело. Несмотря на всю любовь к молдавским исполнителям, самым ожидаемым выходом вечера было выступление Дана Балана, который давно не радовал молдавскую публику своими выступлениями. Crazy Loop сорвал бурю аплодисментов и со сцены поздравил город с праздником. После выступления молдавский исполнитель по неизвестным причинам не пошел на контакт с прессой. После ухода Crazy Loop со сцены Кишинев погрузился в ритмы электронной музыки, и день города благополучно завершила праздничная диджей-партия.